лица главного матча сезона. В желтом студийская бригада игры и финалисты чемпионата России. Дельта Борис команда «Вы Кристал» город Санкт-Петербург. Итак, нам будет помочь. Александр Гусев, Барбар Конов и 28-й результат. Счет матча становится 1-0, автор забитого мяча, капитан Кристалла, номер 15, Кирилл Романов. В любом случае, вне сомнений, желтая карточка. И это сейф Александр Гусев, голкипер Дельты, свою команду вручает. И в штангу попадает новую синюю. Давай, доводимся, блядь! Все, одна атака Кристалла, еще одна штанга! Вот это да! Вот уже! Кирилл Рамон! Кирилл! Хорош, 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 хорош! Это лучшего бомбира в истории российского пляжного футбола номер 6 Дмитрий Шишин! 2-0, Кристалл! Владислав Жариков! Какой сейф, ну что? Но сегодня Максим играет просто феерично. На самой ленточке, я бы сказал, достал этот мяч Тюшко. Браво Максиму! И момент для Дельты! Нарушение правил. И это очередной роскошный сейф. Тюшко, браво.
церемония награждения по итогам чемпионата 18. Будьте с нами. Дмитрий, хорошо. Кирилл и Романов в нашем прямом эфире. Кирилл, во-первых, поздравляем с победой. Ну и спрошу о том, как складывался матч, все ли легко получилось, как виделось со стороны для «Кристалла». Спасибо за поздравления. Ну, было точно нелегко, понимали, что «Дельтас» будет сложно, тем более она показала предыдущие две игры, очень замечательные, сконцентрированные, сбалансированные и много атакующие, много забивающие команды. Поэтому мы понимали, что будет точно непросто, тем более ребята много сил отдали, наверное, больше, чем мы, наверное, тоже хотели победить, поэтому... Но мы подошли организованно, хорошо Анджело разобрал соперника. Думаю, в принципе, как подошли к матчу, те моменты и получились. Поэтому все здорово. Как-то отдельно акцентировали внимание на бразильских легионерах, на Игоре, на Бакине, самых результативных? Да, конечно. Бакине показывает вообще феноменальную игру для меня здесь. Игорь тоже. Отовсюду бьют, все залетает, какие-то финты, дриблинг, все получается. Мы тоже, конечно, это учитывали. В первую очередь, наверное, на это и обращали внимание, что надо выключать их. Понимали, что они будут, наверное, больше времени играть и немножко погонять, чтобы устали. И на этом фоне уже реализовывать свои моменты. Вы меня немножко поправите, если я ошибаюсь. По-моему, четвертый чемпионский титул и для вас тоже в составе «Кристалла». Да. Да, четвертый чемпионский титул. Вместе выяснили, какой из них самый запоминающийся и чем эта победа отличается от других. Ой, даже, наверное, тяжело сказать. Конечно, самое первое чемпионство, самое запоминающееся. Но все равно много не получалось, учитывая, что в прошлом году был обидный финал для нас, именно для бренда «Кристалл», потому что проиграли по делу все. Это тяжело принимать, тяжело это, так сказать, с этим согласиться. Поэтому... Зиму провели очень такую насыщенную, трудотворную, поэтому даже немного подустали от друг друга, и поэтому воплотили все труды, благо, что шли к этой победе. Было непросто, были какие-то тоже шероховатости, но все восполнилось, и слава богу. Теперь решающий матч сборной России, Кубок страны в составе «Кристалла», как будете готовиться, и есть ли вообще время отдохнуть, будет ли оно? Ой, я даже не знаю, даже состав какой сейчас сборная, поэтому, ну, конечно, там вроде пару выходных, и опять вылетаем. Мы привыкли, наверное, к этому, что лето – наш сезон, поэтому готовимся. Это игры, это все-таки радость болельщиков, и для нас все-таки это не тренировки мучительные. Поэтому найдем себе силы, найдем резервы. Тем более такие победы и такие выигрыши всегда дают море позитива и море энергии на будущие игры. Спасибо большое еще раз с победой. Yeah.